Трейл-раннинг или просто трейл – спортивная дисциплина, которая подразумевает бег по природному рельефу, по холмам, горам или лесам. У студентки с РФТИ Елизаветы Ляпиной уже был опыт таких забегов, но на дистанцию 34 километра спортсменка бежала в первый раз, и для девушки это стало настоящим вызовом. На трассе Елизавету ждали грязь, жара, броды и плохая разметка. Было на дистанции, конечно, очень тяжело, трудно, было очень жарко, хоть и было много пунктов питания, но все равно не хватало. Эмоции прям зашкаливали через край. Атмосфера праздника была, люди прям были дружелюбные, подбадривали на протяжении всей дистанции. Заправляться едой и водой спортсменке тоже надо было оперативно, чтобы успеть к финишу. Елизавета успешно справилась со всеми трудностями, и на международном забеге в Суздале РЖД Golden Ring Ultra Trail Елизавета заняла второе место в своей возрастной категории. Бегуне не хватило буквально 30 секунд, чтобы подняться на верхнюю ступень пьедестала. В абсолютном зачете среди женщин Елизавета прибежала шестая. Я пробежала за 3 часа 14 минут 52 секунды. Мне немного стало плохо на дистанции, и пришлось пойти пешком. Но я надеюсь, что в следующем году я смогу улучшить свой результат. Восстановление проходило хорошо, я сразу же приступила к тренировкам в легком темпе. Спустя 2 недели после трейла в Суздале Елизавета уже бежала полумарафон в Санкт-Петербурге, северная столица. Спортсменка выбрала для себя самый протяженный маршрут, более 20 километров, который проходил по центру города. В питерском забеге Елизавета Ляпина заняла 14 место среди женщин. Это хороший результат. Я смогла выбежать из 1,5 часов. Я пробежала за 1:29:21. Для меня это был очень хороший результат. Я очень довольна. Прибежала я в итоге 14-е, так как были очень сильные спортсмены. Осенью Елизавета примет участие в чемпионате и первенстве Нижегородской области по лыжероллерам и кроссу, а также в спартакиаде среди вузов НИАУ МИФИ. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Кирилл Новикевич, служба новостей Саров, 24.